Здравствуйте, уважаемые руководители, всем большой творческий привет. Вчера у нас была теоретическая часть, как я улучшаю посадку круглой кокетки, и также это касается погонок, поэтому те, кто не видел, я вас попрошу посмотреть первую часть, и просмотрев эту, где мы по петельным все будем с вами делать вместе, я думаю, что все пазлы сложатся даже для тех, кто совсем уж прям начинающий, да? Ну, во всяком случае, те, кто хочет это применить, осилить, освоить, обязательно все получится. Теория без практики – пустейшая фраза, также и наоборот, я считаю. Поэтому и одна часть нужна очень хорошо, в которой я еще ответила на некоторые часто задаваемые вопросы. И эта часть также важна, поэтому настоятельно рекомендую к просмотру. Итак, во второй части мы по петельно с вами будем делать все тогда я. Итак, у меня размечено перед, центральная петля переда. И по спинке также линия реглана, это у меня, и центральная петелька выделена. По изнаночной стороне буду начинать от спинки в сторону рукава. Беру ниточку, спицы беру потоньше. Вообще желательно бы взять двушечку, но у меня нету двушечки. У меня длинные, это 2,5. Желательно взять поменьше, но к сожалению. Итак, берем ниточку, прикладываем. Первую петлю я подниму до, вот она косичка, и первую петлю подниму до, потом ее можно будет распустить. Я боюсь утерять каждую. Вообще нужен крючочек, наверное, для первых петель. Итак, одна петля есть. Под две дужки обязательно. Смотрим на косичку, да, разворачиваем к себе. У меня пряжа закручивается, потому что, ну, край обычной косички обработан, поэтому он и должен закручиваться. Потом закручиваться не будет. Регланную линию я пометила и продолжаю далее набирать под косичку. Просто под камерой очень неудобно. Набираю петли, при этом проверяю количество петель, считаю. И отмечаю центральные петли по переду и спинке. Можно по рукавам также центральные отмечать. И линии реглана отмечаю. Вообще надо взять крючок и собирать крючочком. И вот так по кругу собираем петли. Итак, мне осталось буквально 2 петли. Крючком оказалось удобней. И накидываю. Раз. И последний. Обязательно к себе разворачивайте косичку, чтобы было видно. И 2. И я немножко зарапортовалась, как говорится. Надо было на одну меньше набирать до регланной линии. Это у меня регланная линия красным маркером помечена. Я распускаю одну петлю, вторую петлю. Так, разворачиваемся на изнаночную сторону. Получается, следующая петля у меня регланной линии. Возвращаю на нее маркер. И еще одна петля нужна. Вот так. Я просто подзабыла, как я ранее делала. Так, чтобы это было аккуратно. Разворачиваемся на лицевую сторону. Ниточку заводим назад, одну петлю переснимаю на правую спицу, и мне нужна регланная линия, вот эта петля. Ее я буду провязывать регланной линией изнаночными петлями, поэтому можно смело уже провязать, и маркер я перевяжу. Теперь по переду и по спинке у меня будет равное количество петель. Мне так нравится, я так люблю. Если вы хотите по-другому, чтобы на переде было больше петель, то по спинке прибавляйте реже. Например, я буду удваивать некоторые петли, да, каждую четвертую от центральной петельки.
А вы делаете, например, каждую пятую или каждую шестую, но близко к... Не рекомендую подходить близко к регланной линии, чтобы у нас там не было никаких складочек, да, в районе реглана, в районе этих линий. То есть вы можете откорректировать под себя. Я просто буду показывать действия, которые я делаю. По рукавам, значит, по спинке, по переду я прибавлю 19 петель. У меня было 93. У меня будет по 112 петель. В рукавах я прибавлю 9 петель с другим ритмом. И у меня будет 74 петли. Разница между телом и рукавом у меня получается в 38 петель. Когда разница между рукавом и телом, ну, любой деталью, перед или спинка, 20 петель, то получается широкий рукав. Когда 30 или 40, соответственно, рукав получается уже. То есть, чем больше вот эта цифра, тем уже получается ваш рукав. Здесь смотрите сами, исходя из своей фигуры, да, особенности своей фигуры. Ну, здесь я для себя пометила, что по переду, по спинке я 10 петель провязываю, а потом уже делаю удвоение петель. Ну, в рукаве я 8 петель провяжу и 8 петель не довяжу. Итак, давайте посмотрим, как я это делаю. Значит, по спинке и по переду, вот сейчас передо мной спинка, от центральной петли, я считаю, центральную петлю я буду удваивать, и далее каждую через 3 петли, то есть считаю я так. 3 петли и четвертую я удваиваю. Одна прибавка, 4 петли, вторая прибавка, 4 петли, третья прибавка, 4 петли, четвертая прибавка и так далее. Я посчитала, у меня здесь должно быть 9 прибавок. Ну, я захотела, не то чтобы должно. 9 с другой стороны, это 18, и 19 по центру. Итак, регланная линия провязана, еще раз повторюсь. Так, не утерять бы петли здесь. Потому что ниточка еще не зафиксирована сзади. Угу. Натянула все. Итак, провязываю 10 петель. То есть от регланной линии мы отходим немножечко. Здесь оставляем 2 петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель провязано. Далее удваиваю. Вяжу за переднюю стенку и за заднюю стенку. Хотите, можете делать обычный накид, потом провязывать в следующем ряду его скрещенным. Из протяжки здесь делать негде. Поэтому я выбрала вот такой вариант. Далее. 10 петель. 11 мы удвоили. Дальше 3 петли провязываю. 1, 2, 3. И 4 удваиваю. 1 стеночка и 2 стеночка. 2 петли. Снова 3 петли. 1, 2, 3. И удваиваю. 1, 2, 3. Удваиваю. 1, 2, 3. И удваиваю. Раз, два, три, удваиваю. Раз, два, три, удваиваю. Раз, два, три, удваиваю петли. Раз, два, три, четвертую удваиваю. 1, 2, 3, и у меня стоит центральная петля, помечена, ее я удваиваю. 1, если надо пометить центр, то между двух петель проверять себя, как в регланных линиях растут, делаются прибавки, нигде ли не пропустили, можно оставить по центру этих двух петель, это будет серединка. И теперь аналогично, то есть зеркально до конца спинки. Центральную мы удвоили, и теперь опять 1, 2, 3,
и удвоили. Раз, два, три, удвоили. Вторая петля лишняя, не лишняя, а прибавочная. Раз, два, три, третья прибавка. Раз, два, три, четвертая прибавка. Раз, два, три, пятая прибавка. Раз, два, три, шестая прибавка. Раз, два, три, седьмая прибавка. Раз, два, три, восьмая прибавка. Раз, два, три и девятая прибавка. И также у нас должно остаться 10 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 петель. Так же, как и в начале 10 петель. То есть 10 петель до и после регланной линии мы оставляем. Теперь саму регланную линию я провязываю изнаночной петлей по спинке. Вешаю, возвращаю маркер на нее. Теперь перед нами рукав. В рукаве я посчитала, я буду прибавлять 4 петли от центральной справа и 4 петли слева, и по центру 1, 9 петель. Значит, в рукавах через 5 петель, 8 петель провязываю, я уже посчитала заранее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и удваиваем петлю. 1, 2. И через 5 петель в рукаве я буду делать удваивание. 1, 2, 3, 4, 5. Удваиваю. Это вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья прибавка. Удваиваю. 1, 2, 3, 4, 5. И четвертая прибавка до центра. 1, 2, 3, 4, 5. И по центру прибавка. Одна петля, если надо центр отметить, вешаю маркер. И вторая петля за заднюю стеночку. Центральную удвоили. И давайте с вами дойдем уже до конца рукав. От центральной также. 1, 2, 3, 4, 5. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. И четвертая прибавка. 4, 4 и по центру 9. 4, 4, 8 и 9. И до регланной линии надо довязать 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Это регланная линия, которая относится к переду. Провязываю ее изнаночной петлей и возвращаю маркер назад, чтобы не потерялся. По переду я точно так же, как и по спинке. То есть у нас сейчас перед.
Я буду делать прибавки так же, как по спинке. И следующий рукав у меня также отмечена центральная петелька. Точно так же я повторю второй рукав. Где он у меня? Вот желтенький центр. Между синеньким и красненьким это рукав. В общем, повторяем. Доходим этот ряд самостоятельно, потом к вам вернусь. Красненькие маркеры указывают на регланные линии. И по центру у меня центр обязательно отмечен. Теперь я прикладываю горизонталь. Ну, если есть что-то подлиннее. Вот здесь у меня слева хорошо разложено. Итак, максимально хорошо попытались выровнять. И проводим горизонталь, да? И смотрим. У меня вот здесь вот регланная линия будет. И что я вижу? Что у меня не хватает здесь сантиметра 4 на глаз. 4 сантиметра. Для этого нужна плотность, чтобы посмотреть, сколько у нас будет рядов, на сколько рядов нам надо опустить вот этот участок. И одновременно оцениваем по какому-нибудь горизонтальному предмету, оцениваем, откуда начать. Ну, я думаю, что я начну где-то вот отсюда. Да, и еще рекомендую все-таки сделать меньше рядов, чем вы посчитали. Например, я посчитала 16, а буду делать 14. Или я посчитала, не надо 20, а сделаю я на пару рядов меньше, 18. Если вы перегнете вот здесь угол, да, то будет как-то не совсем правильно, что здесь будет дуга такая, да, по центру. Значит, определяюсь место, от которого я должна расставлять маркеры. Ну вот я вижу на глаз, да, можно это делать на глаз. Я примерно ставлю вот сюда один маркер. И вот он мой участок от регланной линии, на котором я должна расставить маркеры. Количество маркеров, которые мне нужно. Так как плотность моего вязания в 10 сантиметрах 23 петли и 35 рядов, в одном сантиметре, соответственно, 2,3 петли и 3,5 ряда. Собственно, мне нужны только ряды сейчас. 3,5 ряда, это свою плотность в рядах, умножаю на желаемое сантиметр. Мне надо 4 сантиметра опустить. Получаю 14 рядов. Если у вас получается нечетное количество рядов, 15, 17, там, 13, то округлите в меньшую сторону до четного числа. Я 14 рядов делю пополам, так как у нас поворотное вязание, мы будем лицевыми и изнаночными рядами вязать. И расставлять маркеры с одной стороны и с другой стороны от регланной линии. Поэтому я выясняю, делю пополам, я выясняю, сколько точек мне нужно расставить. Сколько маркеров, точнее, получается, мне нужно расставить. 7 маркеров. Я сказала ранее, что рекомендую сделать хотя бы на один маркер меньше. Да? То есть не 14 рядов, допустим, а уменьшаю до 12 рядов. И делю напополам, получается 6 точек. Делать я буду, расставлять точнее, я буду 6 точек. Итак, у меня случайным образом получилось, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 маркеров у меня стоят, вот как я поставила один. И у меня ровно получилось здесь по 6 петель между маркерами. От регланной линии 6 петель, маркер, 6, маркер, 6, маркер и так далее. Прям ровно по 6 петель. На рукаве я поставила 6 точек также по рукаву. У меня получается через 5 петель. И смотрите, у меня центральная по рукаву петля отмечена, да? И до нее я тоже как минимум не дохожу. У меня получилось 2, 4, 5, 6 петель. И здесь еще 6 петель не дойду. То есть 12 у меня будет по центру нетронутых. Да? Там же с другой стороны рукава я точно так же расставлю маркеры. Это мы я поставила маркеры только на одной регланной линии. Если такова ситуация, что у вас неравное количество петель между маркерами, такой может быть, да, такая ситуация, то как поступить? Я рекомендую вот сюда отправить, ближе к регланной линии, отправить цифры меньше. Например, 5, 5, а потом уже 6, 6, 6, и там сколько вам надо. В отношении рукава. Середину я всегда отмечаю. И, допустим, у меня по 5 петель, 6 маркеров занимают, да,
И здесь нужно оставить отрезок не менее 5 петель, желательно больше. Соответственно, с одной стороны и с другой стороны. И рекомендую сначала расставить маркеры на спинке, со стороны спинки, откуда идет начало кругового ряда. Отвязать этот угол, эту регланную линию. Потом мы переходим на другую регланную линию, там отвяжем. Точно так же. Для чего? Для того, чтобы просто не путаться. То есть вы отвязали эту регланную линию. И пока вы идете до другой, поставьте, пожалуйста, уже маркеры. Вот тогда вы точно не запутаетесь, и все у вас получится. Потом отвязываем. Это у нас регланная линия первая, вторая, третья и четвертая. А потом уже уходим в круг. Да, и единственное, вот в этой регланной линии мы будем по изнаночной стороне делать прибавки со стороны плеча. Так будет удобнее. Чтобы потом, когда входим в круг, у нас количество петель везде выросло одинаково. А уже в других линиях, во второй, в третьей и в четвертой, мы будем делать все прибавки по лицевой стороне. У меня круглая кокетка, и начало кругового ряда всегда перед спинкой. Потому что однозначно нужно вывязать азиатский росток для того, чтобы опустить перед. Чтобы у нас изделие назад не тянуло и не давило на горловину. Итак, расставили маркеры. Итак, подошла к регланной линии. Маркер я оставлю. Значит, вешаю счетчик рядов. Но он сейчас пока будет мешать. Давайте так пока устно запоминать. Провязываю регланную линию. И первая прибавка у меня идет после регланной линии. Со стороны спинки. После нее. Первая. А когда мы пойдем гулять по кругу, последняя прибавка будет в рукаве. Итак, делаю прямой накид и провязываю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снимаю первый маркер. То есть мы сейчас в первой точке по спинке. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Делаем разворотную петлю. Вяжем немецким способом укороченных рядов. На правую спицу сняли изнаночную петлю и заводим до конца, до отказа ниточку. Стараемся держать сдвоенную вот эту петельку на кончике, чтобы ее не растягивать. И обратно идем. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая она была разворотная. Изнаночной петлей провязываю накид. Вот так, как он лежит, значит, надо провязать за заднюю стеночку. Для того, чтобы по лицевой стороне он выглядел так, как я запланировала прибавки. Итак, прибавка провязана. Так как у меня регланная линия по лицевой стороне изнаночная петля, значит, по изнаночной стороне она лицевая петля. Теперь здесь нужно сделать прибавку. Делаем от себя. Захватываем ниточку от себя, чтобы она лежала к нам. И изнаночными петлями иду до маркера, до первого, который по рукаву. Так, здесь мне надо притянуть. 1, 2, 3, 4, 5. Это второй у нас ряд изнаночный. К первой точке по рукаву дошли. Снимаем, разворачиваемся. Если вы вяжете бабушкиными, неважно, или классическим, в любом случае лицевую петлю хватаем для разворота за правую стенку. Если у вас бабушкина, да, то вы хватаете тоже за правую стенку. Схватили ниточку до отказа на себя. Когда переходим на лицевую сторону, ниточку на себя. И вяжем 1, 2, 3, 4. Накид я буду провязывать за переднюю стеночку, чтобы он лежал с наклоном вправо в сторону рукава. Провязываю изнаночную, это регланная линия. Делаю прямой накид. Далее вяжу до второго маркера. Это у нас третий лицевой ряд. Встречаем разворотную петлю. Слева направо ее подхватываем аккуратно. Стараемся не растягивать. И провязываем, скидываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снимаем маркер, не нужен. Разворачиваемся на изнаночную сторону.
делаем разворотную петлю назад, ниточку изнаночными петлями вяжу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И прибавку вяжу за заднюю стеночку изнаночной петлей. Лицевая петля — это регланная линия. Теперь прибавка по изнаночной стороне в сторону рукава. И изнаночными петлями иду до второго маркера. Четвертый ряд изнаночный. Так, встречается разворотная петля, мимо нее не пройдете. За задние стеночки, обе вот так вот подхватываем стеночки, провязываем изнаночной петлей и аккуратно скидываем. И 5 петель на рукаве. 1, 2, 3, 4, 5. Второй маркер на рукаве сняли, развернулись. Видите, вот если согнуть, вот у нас уже опускается регланная линия. То есть мы отвязали по 2 точки на спинке и на рукавах. Теперь повторяем все ровным счетом одно и то же. Делаем разворотную петлю. Доходим до регланной линии. Провязываем прибавку за переднюю стеночку. Далее идет петля регланной линии, изнаночная петля. Это у нас пятый ряд. Пятым рядом, да, не забываем сделать здесь накид, прямой, ниточка от нас лежит. Потому что когда будем по кругу гулять, мы будем слева от регланной линии провязывать лицевую петлю за заднюю стенку. Но это с нужным наклоном влево, чтобы было. Итак, теперь мы пятый ряд провязываем самостоятельно. Идем к следующему маркеру, разворотную петлю. Показывала, как провязывать, кто не знает. И ходим от маркера к маркеру. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый ряд. И в 12 ряду с вами встретимся. Показал, как делать прибавки, показал, как делать разворотные петли. Ходим от маркера к маркеру. Итак, отвязано по 6 точек. И вот что мы получили. Вот такую, если на гибкую леску переснять, вот такой результат, да, то есть мы регланную линию, вот здесь 4 сантиметра, это самое высокое место возле регланной линии, и все меньше и меньше уходит к центру. И также в рукаве выровняли. Вот рукав, это половинка рукава у меня, и точно так же здесь выровняли. Мы отвязали 12 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Развернулись. Вот я дохожу до регланной линии. Не забываем, здесь у нас прибавочка. И 13 рядом уходим на другое, к другой регланной линии. В этой регланной линии мы делали прибавку вот здесь, в рукаве, по изнаночной стороне. Это только потому, чтобы у нас одинаково росли петли, количество петель, везде, чтобы проходили одинаково равно. Во всех других регланных линиях мы будем делать по лицевой стороне. Никаких изнаночных здесь не будет рядов. Здесь мы будем всегда делать прибавку. Я буду делать. Вы можете другие, конечно, прибавки делать из протяжки, там, воздушными петлями. Я буду делать здесь обратный накид до регланной линии, когда будем гулять по кругу, а после регланной линии прямой накид. Теперь я провязываю всю спинку, все петли спинки провязываю. И дохожу до регланной линии. Не обращаю внимания на вот эти все маркеры. Проходим к регланной линии. Разворотная петля, которая была вот здесь, она у нас по ходу вязания. Мы ее слева направо знаем, как провязывать. Провязываем аккуратненько, не растягивая, стараясь. А вот последняя, которая справа, она же вот эта точка.
Здесь, когда будем на регланной линии между правым рукавом и передом крутиться, у нас будет последняя точка вот эта в рукаве. И в отношении регланной линии, где у нас перед и левый рукав, вот эта последняя точка. Раз, два, три и четыре. Они будут провязываться за заднюю стеночку. Это единственные точки, которые самые крайние. То есть, когда мы пойдем в круг, вот эти крайние точки, вот эти точки, которые я показала, они будут провязываться за заднюю стеночку. Итак, проходим, минуя все маркеры по спинке. Итак, подошла к другой регланной линии. То есть мы сейчас у регланной линии, делящей спинку и правый рукав. По отношению к вязанию это правый рукав, это левый рукав. Итак, делаем прибавку до регланной линии. Ниточка на спице к нам лежит. Провязываю регланную линию изнаночной петлей. Тут же перевешу, потому что пока будет неудобно, чтобы ее не утерять. И после регланной линии прямой накид. Раз, два, три, четыре, пять. К первому маркеру на рукаве подошли. Изнаночным рядом пойдем к первому маркеру по спинке. Разворачиваемся. Делаем разворотную петлю изнаночными петлями. И теперь я вам должна показать, как вяжутся прибавки по изнаночной стороне. Вот как лежит ниточка у нас. Мы должны провязать скрещенной. Не за переднюю стенку будет дырочка, а за заднюю. Но мы также делали и в другой регланной линии. Сама регланная линия лицевая петля. И следующая прибавка после регланной линии по изнаночной стороне. Не за заднюю стенку будет дырочка, а за переднюю. И при таком вязании, значит, все прибавки будут смотреться в нужном наклоне, с нужным наклоном по лицевой стороне. Итак, дохожу до первого маркера. Маркеры расставляем так, как уже обговаривали ранее, да? По спинке все по 6. Это в моем случае. У вас, возможно, другие цифры, поэтому просто буду говорить и показывать то, что я делаю. И снова развернулись и повторяем тоже все то же самое. Единственная разница, что во всех других теперь регланных линиях прибавки будут идти проходить по лицевой стороне. Так, вот моя регланная линия затерялась. До, еще раз повторяем, до регланной линии ниточка на спице лежит к нам. Провязываю регланную линию. После регланной линии прибавка прямой накид. Ниточка лежит на спице от нас. И продолжаем вывязывать, пока все точки не отвяжем. Мы переходим, также расставляем маркеры в отношении другой регланной линии. По переду 6 раз, в моем варианте по 6, через 6 петель, а по рукаву 6 раз с промежутком 5 петель. И точно так же делаем по лицевой стороне прибавочки, по изнаночной провязываем их нужным образом. Проходим дальше. Мы идем к другой регланной линии. Точно так же делаем прибавку до, после. Идем к первой точке, к рукаву, изнаночным рядом, к переду. И вот таким образом вывязываем точно так же вот эти 12 рядов. 13 рядом уходим, да? То есть мы в каждой точке по 12 рядов отвязали и 13 рядом уходим на другую регланную линию. Я к вам вернусь, когда нужно будет показать последнюю разворотную петлю, вот эту. Ну и, соответственно, когда мы пойдем в круг, это когда мы отвяжем вот эту последнюю регланную линию, туда-сюда, туда-сюда отвяжем, развернемся и пойдем уже по кругу. И я вам покажу, как провязывается последняя разворотная петля. Она же вот здесь последняя, она же в рукаве последняя, и она же вот здесь попереду последняя. И вот смотрите, я все 4 точки отвязала, то есть все регланные линии опустила и практически выровнялась. Да? То, что немножечко мы за минусом брали, я думаю, это правильно. То есть вместо 14 рядов я делала 12.
И рукав посмотрим. Относительно середины рукава, видите, как выровнено все. Здесь мешает вот этот сгиб. Здесь такой сгиб специально для пальцев. Вот так вот, если вы выпрямите, вот. Понимаете, да, насколько мы все это дело улучшили, чтобы у нас не тянула вот эта линия. Если она будет здесь, если бы мы не делали этого, она бы вот тянула в этих местах. И поэтому и ломается и узор, и изделие деформируется. Ну а теперь о последней разворотной петле. И еще нужно сделать одну прибавку, чтобы у вас все дальше ровно шло. Итак, значит, я нахожусь сейчас в последней регланной линии, когда я покружила. И развернувшись вот здесь, прошла, делаю в регланных линиях, всегда делаем по лицу прибавки. Здесь, здесь и здесь, да. Только в первой регланной линии мы делали по изнаночной стороне, когда заходили на рукав. Делала прибавки, как положено. И подхожу к, во-первых, разворотной петле, о которой мы говорили. Так, у меня здесь серединка. Я бы ее хотела пометить, чтобы в будущем иногда проверять петли. Смотрите, вот у нас двойная разворотная петля. Последний раз, когда мы разворачивались и уходили на лицевую сторону. В этой регланной линии, я имею в виду. Мы ее провязываем за задние стенки. Обе дужки петли провязываем за задние стенки. Есть еще один вариант, который я попробовала именно на этой пряже, и мне он понравился. Мы провязываем сначала половинку от этой петли, и потом другую половинку со следующей петлей. Я не знаю, вот и так вроде хорошо. Но я оставлю первый вариант. Я оставлю все-таки тот вариант, которым раньше вязала, так как я говорила ранее, что я проверяла все, что есть в интернете. И все равно на хлопке смотрится лучше. В данном случае у меня не хлопок, но тем не менее оставлю. Ну да, так и незаметно, да? Итак, нам надо не забыть сделать последнюю прибавку. Как я ранее говорила, у нас все прибавки начинаются со стороны спинки, после регланной линии. Регланную линию провязали, потом первая прибавка, потом идет вторая регланная линия с обоих сторон прибавки, третья с обоих сторон. И в конце кругового ряда не забыть здесь сделать прибавку. Иначе у вас количество петель не совпадет. Одной петли будет в рукаве не хватать. Это мы завершаем с вами сейчас 13 ряд в моем случае. Мы как ушли, 12 рядов откружили и 13 рядом ушли к другой регланной линии. И вот мы завершаем 13 ряд. И перед регланной линией делаем обратный накид. Перекидываю счетчик рядов, ставлю 14 ряд. Далее я сейчас поменяю спицы на пол номера больше, так как пойду в круговое вязание. Буду вязать спицами другого номера. Да, и смотрите, у нас провязано 13 рядов. Сейчас будет 14 ряд, который без прибавок пойдет у нас. То есть через ряд. В 15 мы снова будем делать прибавки во всех регланных линиях. Здесь, 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 здесь. В конце, не забывайте, и 16 ряд опять без прибавок, то есть через ряд, как в классическом реглане, да. Сейчас я покажу. Значит, до регланной линии мы будем провязывать за переднюю стенку, а после регланной линии, не так накинула, за заднюю стеночку. В каждой регланной линии до регланной линии у нас накид обратный, поэтому мы провязываем за переднюю стенку, а после регланной линии за заднюю стенку, так как у нас прямой накид. И получается до регланной линии с наклоном вправо, после регланной линии с наклоном влево. Что еще не сказала? Значит, у нас прибавилось одинаковое количество петель везде по 14, так как у нас 7 рядов по 2 прибавки в каждой регланной линии, поэтому к переду прибавилось 14 петель, к рукаву каждому прибавилось по 14 петель, к спинке и так далее. То есть по переду, по спинке у меня прибавилось, было 112 плюс 14, 126 петель сейчас у меня
в 14 ряду будет, когда я провяжу накиды. И в рукавах было 74 плюс 14, 88 петель. Продолжаю дальше вязать регланом на нужную высоту. Соответственно, понадобится примерочка. Кто-то любит подлиннее, посвободнее, да, поэтому здесь на свое усмотрение. Примерно 1/4 высота регланной линии должна быть. Примерно 1/4, я говорю примерно, потому что у каждого своя фигура. Особенность фигуры у каждого свои. Поэтому все-таки примеряем. 1/4 от обхвата груди.